SCP-1042. Камень призраков. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-1042 должен содержаться в стандартном ЭМ-экранированном сейфе для хранения аномальных материалов. При проведении опытов следует соблюдать меры предосторожности с оборудованием, поскольку объект проявил свойство влиять на электроприборы. Описание. SCP-1042 представляет собой стандартный кирпич, подобный тем, которые использовались для строительства фундамента домов в викторианскую эру. Анализ показал, что SCP-1042 имеет состав, характерный для кирпичей, которые производились в засекречено во время засекречено. Хотя при более внимательном рассмотрении обнаруживается необычная решетчатая структура на молекулярном уровне. При помещении объекта в электромагнитное поле низкой мощности и при ударе по нему проявляются трехмерные зрительные и слуховые проекции событий прошлого, которые часто сопровождаются появлением сущностей, обозначаемых как SCP-1042-1. На фотографии SCP-1042. История. Историческое общество засекречено приобрело в свою собственность местный особняк, в котором имело место печально известное убийство и проводило в нем экскурсии с привидениями. Первоначальный владелец дома, мистер Засекречено, крупный землевладелец города, был обвинен в убийстве служанки в 1800 засекреченном году, однако был оправдан. После суда жена Засекречено ушла от него, забрав с собой детей, и он жил отшельником, пока не покончил с собой в этом же доме 3 года спустя. С тех пор владельцы и прислуга сообщали о видениях в усадьбе и вокруг нее, изображавших первоначальных жителей и слуг, занимавшихся повседневными делами. Гиды называли их двойниками, а также черного монаха. В настоящее время считается, что это одна из сущностей SCP-1042-1. Частота этих явлений увеличивалась во время грозы. В 1900 засекреченном году электрик, подключивший дом к новой электросети города, задел отверткой выступавший кирпич фундамента, что привело к появлению видения. Реконструкции события 1800 засекреченного года. Сцена убийства горничной первоначальным владельцем дома. Видение не отреагировало на присутствие электрика и исчезло примерно через 5 минут. Приобретение. Выдавая себя за инспекторов по безопасности, агенты фонда смогли извлечь SCP-1042, используя легенду о ремонте фундаментов. Кирпич был обнаружен с использованием стандартного измерения электромагнитного поля. Агенты заменили его дубликатом равных пропорций, а также структурно укрепили фундамент здания во избежание подозрений. При экспериментах с SCP-1042 было установлено, что вид и звуки людей или предметов, движущихся вокруг объекта, записываются им для последующего воспроизведения. Объект записывает только движение. Неподвижные объекты не регистрируются. Точность воспроизведения событий варьируется. Большинство изображений прозрачные, носят эффект размытости. В звуке имеются заметные помехи, описанные наблюдателями как скребение металлом или трение камня о камень. Когда через кирпич пропускают слабый электроток, эффекты проявляются гораздо более ясно. Записанные события можно спроецировать, поместив кирпич в электромагнитное поле, либо ударив и проведя по нему стальным или железным предметом. Определенные события можно выбрать для воспроизведения, изменяя мощность ЭМ-поля, силу удара или комбинируя то и другое. Ниже приведена подборка наиболее интересных опытов с SCP-1042. Полный протокол экспериментов доступен в документе SCP-1042-L1. Показать протокол экспериментов.
Электромагнитное поле засекречено ватт на квадратный метр. Ударные силы нет. Результат. Появилась верхняя половина женщины средних лет, одетой как кухонная служанка и несущая банку персикового варенья. Женщина поставила банку на невидимую полку. Банка повисла в воздухе, по-видимому, на том месте, где в подвале дома находилась настоящая полка. Отвернулась и прошла 3 шага, после чего исчезла. В этот момент исследователи поняли, что SCP-1042 размещен на лабораторном столе примерно на 45 сантиметров ниже своего первоначального местонахождения. Кирпич переместили на полку, находившуюся примерно на высоте его нахождения в подвале. Опыт был проведен снова, и на этот раз образ женщины проявился полностью. После сверки с местными архивами, женщина была опознана как засекречена, которая работала служанкой в поместье. Электромагнитное поле засекречено ватт на квадратный метр. Ударная сила засекречена ньютонов. Результат. Исследователи увидели другой эксперимент, проведенный в этой же камере доктором Левенштейном над SCP засекречено за 13 дней до этого. Проявление длилось 13 минут 15 секунд. Объект в комнате, которые оставались неподвижными в момент эксперимента, не появлялись. Видимы были только те, которые изменили свое положение. Доктор Левенштейн, когда ему показали запись этого опыта, подтвердил, что действительно совершал те же действия и в таком же порядке, как на записи. Электромагнитное поле засекречено ватт на квадратный метр. Ударная сила засекречена ньютонов. Результат. Сцена убийства служанки хозяином дома. Изображение и звук были особенно ясными. Совершив преступление, засекречено взвалил тело на плечо и направился в направлении лестницы из подвала. Образ засекречено начал подниматься к потолку, как если бы шел по лестнице в подвале, но ее структура не была спроектирована. Электромагнитное поле засекречено ватт на квадратный метр. Ударная сила засекречена ньютонов. Результат. Мужчина в костюме каменщика времен постройки дома, стоящий перед кирпичом с клеймом, видимо, только что установив его на место. Примерно в 3 метрах позади него стояла неподвижная темная гуманоидная фигура в черной мантии со скрывающим лицо капюшоном. В то время как рабочий проявился с относительно хорошей четкостью, темная фигура выглядела гораздо более туманной. Существо не совершало никаких движений, но, казалось, глядело в сторону каменщика. При просмотре цифровой записи опыта черной фигуры, обозначенной как SCP-1042-1, не было видно. Электромагнитное поле засекречено ватт на квадратный метр. Ударная сила засекречена ньютонов. Результат. Появились 3 мужчин в костюмах садовников и начали пересекать комнату. Одежда и прически соответствовали середине 20 века. Также появлялись 2 экземпляра SCP-1042-1. Один с непосредственной близости от их пути, второй за доктором Томпсоном. 2 молодых мужчин кратко обсуждали различные легенды о привидениях, относящиеся к дому. 3-й пожилой человек сделал им замечание за веру в такие вещи и убедил вернуться к работе. Все трое взяли садовые инструменты. Проекция инструментов проявилась в тот момент, когда рабочие вступили с ними в контакт и исчезли. Следует отметить, что расположение существа за доктором Томпсоном соответствует твердой почве за стеной, где первоначально находился SCP-1042. Электромагнитное поле засекречено ватт на квадратный метр. Ударная сила засекречена ньютонов. Результат. Появился один из садовников из предыдущего эксперимента. Когда он пересек область эффекта SCP-1042, возник SCP-1042-1, встал на колени и толкнул деревянный ящик с яблоками на 6 сантиметров в сторону человека. Садовник задел ящик левым коленом и упал вперед на грабли, зубья которых проткнули его лицо в районе правого глаза.
и левой щеки. SCP-1042-1 выпрямился и наблюдал, как человек корчится на земле. В этой точке сцена прервалась. Анализ местных архивов показал, что садовника звали Засекречено. После этого происшествия, которое по подтверждениям данных газет и судебных документов действительно имело место в 1900 году, он стал алкоголиком и был вовлечен в серию мелких преступлений. Засекречено погиб 2 года спустя в автомобильной аварии, направляясь домой из питейного заведения. Водитель другого автомобиля отделался легким ранением, но оба его пассажира погибли. Примечание. Выживший в этой аварии Засекречено, который впоследствии стал видным общественным деятелем, выступавшим за ужесточение законов, касающихся вождения в нетрезвом виде, и основателем Засекречено. Интервью Засекречено привел этот инцидент и гибель жены и ребенка как основной свой мотив. Электромагнитное поле. Засекречено ватт на квадратный метр. Ударная сила. Засекречено ньютонов. Результат. Когда доктор Томпсон подготавливал этот опыт, в комнату вошла доктор Засекречено и беседовала с Томпсоном в течение 2 минут, после чего рукав ее халата задел коническую колбу, сбив ее в раковину, где она разбилась вместе с несколькими пробирками, ожидающими очистки после одного из ранее упомянутых экспериментов доктора Левенштейна. С SCP Засекречено. После определения правильных параметров для воспроизведения этого события, доктор Томпсон позвал свою коллегу посмотреть ее действия. Изображение проявилось как обычно. Тем не менее, в момент перед инцидентом с колбой позади доктора Засекречено появился SCP-1042-1 и подвинул колбу на 4 сантиметра в сторону ее руки. На цифровой записи не проявилось ни эта фигура, ни движение колбы. Электромагнитное поле. Засекречено ватт на квадратный метр. Ударная сила. Засекречено ньютонов. Результат. Доктор Томпсон с рядом других исследователей был разработан сценарий для опыта, при котором они двигались по комнате, перемещали объекты на полу и выполняли различные действия, такие как игра в софтбол или жонглирование, в течение примерно 15 минут. На этапе записи к SCP-1042 был применен электрический ток. Когда кирпич был активирован для воспроизведения в углах комнаты, появились 2 SCP-1042-1. Доктор Томпсон сблизка рассматривал одну из проекций, пытаясь разглядеть ее черты для изучения. Через 3 минуты наблюдения фигура повернулась к Томпсону и послышался голос, сказавший: «Пожалуйста, прекратите глазеть. От этого нам ужасно неуютно». Пораженный Томпсон отскочил от призрака и чуть не упал назад. Затем фигура переключила свое внимание обратно на записываемые события. Как и прежде, после просмотра отснятого материала опыта, SCP-1042-1 не было ни видно, ни слышно, а доктор Томпсон, казалось, взаимодействовал с пустым пространством. Показать заметки по SCP-1042-1. SCP-1042-1 выглядит как высокие гуманоидные фигуры, ростом около 2,5 метров. Четкость проекции варьируется, но они никогда не бывают полностью ясными и всегда прозрачнее других проекций. SCP-1042 — фигуры, одеты в черные одежды с капюшонами. Черные лица не видны из-за маски из материала того же рода. Руки гуманоидные, с 5 пальцами — также охвачены слоем черного материала. Точная природа этого одеяния не определена. Эти сущности видимы примерно в 15% проекций SCP-1042. 80% этих проявлений заключались в том, что фигура стояла неподвижно, наблюдая за действиями подопытных. В 20% проявлений сущности косвенно взаимодействовали с субъектами, слегка перемещая объекты в непосредственной близости, таким образом, чтобы субъекты вступили в контакт с этими объектами. Цель этих действий неизвестна.
Единственный случай в экализации CP-1042-1 приведен в протоколе экспериментов выше. Мы не можем определить, взаимодействовала ли сущность с исследователем в реальном времени, или же предугадала наши действия и соответствующим образом отреагировала во время записи. С учетом характера CP-1042-1, вполне возможно, что они не могут воспринимать время строго линейным образом. Рекомендуется дальнейшее исследование этой гипотезы.